ремонт здания даже скорее повлек бы за собой реконструкцию для того, чтобы уже и учитывать какие-то современные требования, чтобы учитывать какие-то современные и вообще актуальные на сегодняшний день потребности в каких-то творческих направлениях, чтобы здесь предусмотреть различные студии, направления, не только и хореографии, вокал, но и другие виды творчества. Для этого нужны разного рода помещения. То есть вот такая перепланировка, это, конечно, повлекло бы достаточно такие серьезные бюджеты, которые вряд ли город смог бы найти.